Ну, а московские рестораторы, хоть и с отставанием, но заразились покемономанией. Начали подавать гамбургеры в форме Пикачу и всех остальных покемонов. Но что-то пошло не так. Вот таких потрепанных жизнью покемонов предлагают сейчас голодным посетителям в столице. Да уж, Пикачу уже не тот, как говорят в интернете. Вы только посмотрите на этого бедолагу. Не каждому под силу будет узнать в нем любимого мультгероя. На рекламных постерах, причем он выглядит вполне себе аппетитно. Но поварам эти картинки, видимо, не показывали. Но ведь повара бывают разные, у кого-то руки из правильного места растут. Вот такие шикарные гамбургеры делают, например, в сиднейских ресторанах. Вполне себе Бульбазавр, Чермандер и Пикачу. Это известные покемоны, кто не знает. Ну и даже непрофессиональные повара тоже могут сделать из, казалось бы, обычных продуктов сказочных вот этих персонажей. Посмотрите, ну вот он, Пикачу, один в один. Имеется, правда, у этих бургеров один существенный недостаток. Рука не поднимется, чтобы такой шедевр положить в рот. Ну, чаще, конечно, у поваров-любителей не все получается с первого раза, поэтому они даже привычные блюда умудряются превратить в настоящий кромешный ад. Давайте посмотрим подборку.